кстати, это наш номер. Здесь просто маленькая комната, поэтому я быстро вам покажу. Кровать, диван, стол, ванна. Здесь просто раковина, туалет и, соответственно, просто душ. И как бы у нас кухня. Здесь у нас есть вытяжка. Также там у нас кухонная посуда, холодильник, бокальчики тоже здесь. У нас чашки, бокалы. Ну и там, да, холодильник. Единственное, у нас холодильник иногда. Ну и я. Так. Итак, сегодня наш второй день на Самуи. Самуи. Или какой там? Третий. Третий день. Короче, мы сейчас едем уже на ночной рынок. Посмотрим, как он тут. Вот. И еще параллельно к этому мы зайдем в одно кафе. Надеюсь, вам все показает. Взяла монобот во всеоружие. Ладно, увидимся уже там. Сейчас находимся в кафе Колесе. Очень классно. И сейчас